Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. 52 ряд. Одна воздушная петля подъема. Столбик без накида сюда же, в эту же арку. И мы также, как в предыдущем ряду, выполняем первую арку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. В этом месте в предыдущем ряду у нас было 4 воздушные петли. В этом ряду мы выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Арки 4 петель мы пропускаем. И в арку 3 петель между столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом. Три воздушные петли. 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Три воздушные петли. И еще 2 столбика с одним накидом в эту же арку. То есть вот так, в арку 3 петель между столбиками в предыдущем ряду мы будем провязывать 3 пары столбиков с одним накидом, и между парами у нас по 3 воздушные петли. Теперь выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Арку 4 петель пропускаем, и в следующую арку 6 петель выполняем столбик без накида. И сейчас провязываем 3 подряд арки по 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую. И третья арка 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. И здесь у нас следующая арка 4 петель, мы ее пропускаем, выполняем 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И у нас уже раппорт повторяется. В арку 3 петель между столбиками мы провязываем 2 столбика, 3 петли, 2 столбика, 3 петли и еще 2 столбика. Вот так. А здесь у нас в центре получается уже 3 арки по 6 петель, здесь по краям 5 петель. И здесь вот по 3 петли между столбиками. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 52 ряд до конца, и последнюю арку мы заменили, как и делали раньше, 2 воздушные петли и столбик с двумя накидами в самый первый столбик без накида. 53 ряд. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 6 воздушных петель. 1 столбик без накида в следующую арку. В предыдущем ряду мы здесь делали 5 воздушных петель. В этом ряду мы делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот эту арку из 5 петель мы пропускаем. И в арку 3 воздушных петель мы провязываем 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. Два столбика с одним накидом, 3 воздушные и 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Три воздушные петли и в следующую арку 3 воздушных петель провязываем то же самое, 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. Два столбика с накидом, 3 петли и еще 2 столбика с одним накидом. То есть в этих местах мы будем провязывать вот так. У нас вот эти группы столбиков вот так в стороны расходятся. Затем выполняем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующую арку, вот эту крайнюю после столбиков, мы пропускаем и в следующую выполняем столбик без накида. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку.
6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, столбик без накида в следующую. Опять 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Арку из 5 петель мы пропускаем перед столбиками, и здесь у нас уже раппорт повторяется, мы провязываем 2 столбика, 3 петли, 2 столбика, затем 3 петли и опять 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. Вот так у нас получается. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 53 ряд до конца, и в конце мы также соединили 2 воздушные петли и столбик с двумя накидами в самый первый столбик без накида. 54 ряд. 1 воздушная петля подъема. Столбик без накида сюда же, в эту же арку. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. В предыдущем ряду у нас здесь перед столбиками было 6 воздушных петель. В этом ряду выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот эту арку перед столбиками мы пропускаем, и в арку 3 воздушных петель провязываем 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. Накид. И в арку между столбиками провязываем 2 столбика с накидом. Три воздушные. И 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. В этом месте выполняем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в арку 3 воздушных петель выполняем столбик без накида. Опять 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в следующую арку 3 воздушных петель провязываем наши вот эти группы столбиков. То есть 2 столбика с накидом, 3 петли и 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. В этом месте 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арку сразу, которую после столбиков пропускаем, и в следующую столбик без накида, 6 воздушных, столбик без накида в следующую арку. И здесь у нас уже арка перед столбиками, мы ее пропускаем и выполняем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в арку 3 воздушных петель мы уже провязываем наши вот эти группы столбиков. 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. И между ними здесь вот так вяжем 6 петель, столбик без накида в арку 3 воздушных петель и опять 6 воздушных петель. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 54 ряд до конца, выполнили последние 7 воздушных петель. И здесь мы соединяемся сразу же в самый первый столбик без накида, просто соединительной петлей. И в процессе вязания мне показалось немножко то, что скатерть начинается вот так заворачиваться, скручиваться. Если у вас так, то вы не переживайте. Я разложил сейчас скатерть на ровную поверхность, вот так ее растянул просто руками, и она все совершенно здесь ровная. 55 ряд. Сейчас нам нужно соединительными петлями пробраться в середину вот этой нашей следующей арки. Выполняем соединительную петлю в арку, 1 воздушная петля, еще одна соединительная под эту же арку. Вот мы в середине. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида сюда же, в эту же арку. Теперь в этом месте у нас в предыдущем ряду было 7 воздушных петель. Здесь выполняем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 воздушных петель. И здесь мы провязываем в арку 3 воздушных петель вот эти наши группы столбиков. Накид. И в арку 3 петель провязываем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные и еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку.
В этом месте выполняем 3 подряд арки по 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. Опять 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. Опять 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в следующую арку 3 воздушных петель мы уже провязываем наши группы столбиков. 2 столбика с одним накидом. 3 петли. И 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть вот так у нас в этом месте получается. Здесь выполняем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующую арку из 6 воздушных петель, то есть крайние арки мы пропускаем, как обычно. И вот в эту среднюю арку 6 петель столбик без накида. Затем у нас опять 8 воздушных и идут вот эти наши столбики. Вяжем таким образом ряд до конца. 56 ряд. Нам нужно сейчас соединительными петлями пробраться вот в эту арку 3 воздушных петель между столбиками. Выполняем потихонечку, не спеша, в каждую воздушную петлю соединительную. Вот соединительная в следующую петлю. В следующую. И так потихоньку в каждую петлю выполняем соединительную. И теперь соединительная в следующий столбик. В следующий. И в следующую арку 3 воздушных петель. То есть вот так здесь получается. Немножечко, конечно, здесь утолщение есть, но ничего страшного. Теперь выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 3 воздушные. 2 столбика с накидом сюда же. То есть мы здесь провязали вот эти наши 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. Вот так. Затем 6 воздушных петель. 1, столбик без накида в следующую арку. В этом месте выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И вот здесь у нас посередине арка, в самом центре, мы в нее выполняем вот эти наши столбики. То есть 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные. И 2 столбика с одним накидом в эту же арку. Четыре воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующую арку. Теперь выполняем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в следующую арку 3 воздушных петель провязываем наши вот эти группы столбиков. 2 столбика с накидом. 3 петли. И 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. В этом месте выполняем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот это все у нас здесь посередине мы пропускаем. И у нас уже раппорт повторяется. В арку 3 воздушных петель мы уже провязываем наши 2 столбика с одним накидом. 3 петли. И 2 столбика с одним накидом в эту же арку. Все. Затем у нас идет вот так здесь 6 воздушных петель. От групп столбика вот так 6 петель.
здесь 4 петли, и в центре добавилась группа столбиков. То есть здесь, вот как мы тут вязали, по 4 петли у нас было сначала, и здесь также 4 петли, тут по 6. И вот здесь 10 воздушных петель. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 56 ряд до конца, выполнили последние 10 воздушных петель и соединились просто соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. 57 ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 3 воздушные. И 2 столбика с одним накидом сюда же. Шесть воздушных петель. Столбик без накида в следующую арку. В предыдущем ряду было 4 петли, в этом ряду 5 петель здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Арку 4 петель мы пропускаем и в следующую арку 3 воздушных петель провязываем 2 столбика с одним накидом. Три воздушные, два столбика с одним накидом сюда же, три воздушные и еще два столбика сюда же. То есть вот так у нас здесь будет разделение также вот этих наших групп столбиков. Затем выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Арку 4 петель следующую пропускаем. И в следующую арку столбик без накида. 6 воздушных. И в следующую арку 3 воздушных петель провязываем нашу группу столбиков. 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. В этом месте выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, три. И в следующую арку из 10 воздушных петель выполняем столбик без накида. Опять 3 воздушные. Раз, два, три. И в следующую арку 3 воздушных петель мы уже провязываем наши столбики. То есть здесь у нас уже раппорт повторяется. 2 столбика с накидом. 3 петли. И 2 столбика с накидом сюда же. Все, далее у нас 6 воздушных петель. То есть в этом месте у нас получается вот так. От групп столбиков у нас также 6 петель. Здесь по 5 петель. И в центре у нас 2 столбика, 3 петли. 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. А здесь у нас вот так 3 петли, столбик без накидов, арку из 10 петель. 3 петли и группы столбиков. Вяжем таким образом ряд до конца. Дорогие мои, мне очень нужна ваша поддержка в виде лайка, комментария и обязательно проверьте подписку на канал. Я стараюсь снимать все больше новых и интересных мастер-классов. А еще хочу напомнить, что у нас с вами в Инстаграм есть свой хэштег «Вяжу с Дуду». Для того, чтобы вы могли показать мне фотографии работ, что у вас получаются по моим мастер-классам. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд, до скорого!